Начинаем видеосъемку. Экскурсия на улицу 9 января. Начинаем вот отсюда, от стадиона Волны. Я волнуюсь очень сильно, я на людях не снимал давным-давно. Так что любое вот такая вот фигня. Я начинаю волноваться. У меня руки дрожат нафиг. Особенно вот эту пустоту. Попробую ее заполнить еще сначала. А съемка должна быть непрерывной. Практически. Ладно, блядь. Тихо, спокойно, не волнуйся. Корреспондентам это запрещено. Так, вот мы выходим. Вообще что-то новое для нашего. Все эти два. Опять вышка. На месте гаражей когда-то был конюшня, вот на месте вот этих. Это здание женской консультации. Вот такое вот оно. Эти руки дрожат. Пострашно. Так. Там что-то машина застряла. Садимся по машине. Вот там что-то происходит. Бегу за них стоит. Вот я пытаюсь быть спокойным. Вот она. Все время что-то тут 9 мая. Так, первая волна не прошла. Какой что? Там у них какая-то самая библиотека. Если это так круто, надо дышать на. Вот у нас что под ногой. Все зарыто. Какими-то мили машинами или чем. Вот первая достопримечательность. Старинное здание, ныне военком. Ну вот как видны эти. Такие что. Вот эти вот штуковинки сверху. Старин. Наверху висят сосунки. Я так хочу. Первое старинное здание на моем пути. Осторожно. Улицкая, снег скрыть.
не берет. Так. Сейчас он будет расходить. Короче, вот первое наше старинное здание. Логический военкомат. Для истории сохранен. Дальше идет торговый центр МИГ. Встроенный недавно совсем. Я там пытался взять компьютер в рассрочку, не вышло. Тем не менее. Если уменьшить. Такое все гримально. Так, библиотека. Так, будет наш проект. Полиция, ФАЭР. Там центр, магазины всякие. Я руки передаю. Вот он такой центр мира. Для истории как есть. Теперь мы идем к тому зданию. Там это гимназия. Вот тут такой машинопоток. Просто сейчас посмотрим, как машинопоток проходит. И сами пойдем переходить в будущее. Так, ладно, все. Как стрёмно. Это вообще капец. Вот он. Такой центр. Там еще 5 девочек. Я не долго соображаю, я волнуюсь просто очень. Конкретно. Вот как все выглядит отсюда. Вот тоже самый перекресток. О, огонесетные автомобили. Вот так. Ну я волнуюсь, это капец. Сам пробуйте на людях беспрерывную съемку с комментариями. Больше стоит. Торговый центр. Так. Вот уже всякие там гимназия. Голуби летят над нашей. Вот в академии написано творческий учитель. Часто ученик. Еще раз, еще на другой стороне улицы. Показываю. Вон видны эти всякие. Когда-то здание было на конце города. А сейчас. Уже то же самое осторожно, возможно, пойдем здесь. У меня руки замерзли. Вот сейчас у меня руки стоят. С другой стороны у нас еще автобусы.
возвращаться надо аккуратно, то он собьет.